Скандинавская ходьба или йога? Я йога. Скандинавская ходьба. Ты смотри. Басков или Киркоров? Лазарев. Пенкин. Играй гармонь или танцы со звездами? Играй гармонь. Играй гармонь. Книга или сериалы? Книга. Книга. В чем заключается секрет долголетия? Сериалы. Во вьетнамской звездочке. И в этом. В чистотеле. В чистотеле. Вас пригласили в ресторан. Вы поужинали, и вдруг ваш спутник исчезает, не расплатившись. Ваши действия? Я зайду в туалет, переоденусь в свое и убегу. Я вообще в ресторан не хожу. Мне кажется, там козявки кладут. Самое интересное, что произошло с вами на этой неделе. У нас был концерт в Лобне. Ваш любимый цвет носков? Моренго. Фуксия. Самое необычное место, где приходилось вам выступать? Белая холуница. Губаха. Правда? Правда? Пермский край, Губаха. 7000 населения, битком. 473 человека, битком. Корпоратив там у барона, у цыганского, помнишь, мы на корпоративе? Это нельзя сейчас говорить. Я вру. Один факт, который вам известен о нашем городе. Здесь живет наш звукач. Да, это Женька Кюн. Да, вот такой факт. Татарский немец.